Всем привет, друзья! С вами канал Верхон Лежит. Сегодня мы рассмотрим фигурку по фильму 2014 года «Черепашек Ниндзя». Поехали! Многие внимательные люди уже заметили в заднем плане маску хищника. К сожалению, она пока не готова. А мы перейдем к нашей мини-фигурке. Мини-фигурка стоила 800 тенге. Это довольно-таки недорого. И как всегда по традиции, но во всех каналах первым делом показывают, естественно, коробку. Здесь мы можем увидеть самого спринтера, затем вот такую вот катану меч, или как там вот называют, Ninja Turtles. Надеюсь, не нужно объяснять, это такой спринтер. Здесь написано Ninja Turtles, опять же. Название, к сожалению, имя спринтера я здесь не вижу. Вот здесь вы можете заметить, вот там, например, вот они спасают мир, наш шар спасает вы, там разные ниндзя, такое. Вот, например, я хочу найти фигурку Фуд Клана. Это просто Фуд Солдата. Это просто прекрасная фигурка, у кого она есть. Обязательно надо ее найти. Многие даже это поддерживают, которых у кого она есть. И фигурку, естественно, Шреддера. Давайте перейдем к распаковке. Так, давайте перейти к мини-фигурке. Мы перейдем к аксессуарам бывшего у него. Первое — это вот такой вот странный браслетик, который у него был на шее. И вот такой вот странный знак, собственно говоря, китайский, поскольку это не такой вот. И второй, он надевается именно шею, и катана. Я думал, что катана будет выходить, или меч, как его там называют, но она не выходит. Это одна целая деталь. От того, что он нагрелся, у него просто неприятный запах, и он начал гнуться. Как меч, так браслет, так и тоже сам сплинтер. Плюс спринтер, в принципе, пахнет не так уж и плохо, пахнет только его резина. Так, давайте перейдем к нашей мини-фигурке. И вот наш спринтер. Конечно же, это не такая уж и большая фигурка, поэтому подвижность и прочие вещи у него практически отвратительны. Да, это правда. Вот, к примеру, давайте перейдем по традиции к... Сначала к детализации. Детализация просто прекрасна, идеально. У него вот здесь вот такой вот странный, такая косичка, не знаю. Это больше похоже на какое-то чувство, как будто он на голову себе поставил этот чеснок. Вот, да, смотрите, чесночка. Так, у него здесь такие ушки и усы с подбородкой, как длинные. Затем у него подвижные руки, они в бок не двигаются. Там есть шарнир. Вот эта рука, она очень слабо держится. Пока перед открытием она у него отвалилась, собственно говоря. Я хорошо хотел левое. Зачем у него подвижность вот такое, такая вот? То есть на 130 градусов она может спокойно прокручиваться. И, естественно, кисть. С правой рукой то же самое. Ну, бесподвижные ноги. Черный хвост, здесь можно увидеть. Детализация просто прекрасная. Ноги бесподвижные, и хвост тоже неподвижный. Но он резиновый. Похож на червячка. Вот. Затем. Так, у него припахнет немного его кимоно. Оно подвижное, но его можно снять, но я этого делать не буду, поскольку внутри он практически весь серый. Ладно, давайте дадим ему аксессуары и посмотрим, как он будет в этом выглядеть. Итак, друзья, это единственная, пожалуй, поза, которую его можно вот принять. Это такое чувство, как будто он катану вытаскивает из своего ножного. Ну и больше я ничего не придумал, собственно говоря, поскольку у него подвижность практически маленькая. И ладно, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях. Всем пока.